Всем привет, друзья! Давно я не смотрел Issue Deep Size, и сегодня мне бы хотелось все это исправить, потому что человек, в самом деле, он замечательный, он такой, знаете, завораживающий, он такой, ну, такой он своеобразный в некоторых пониманиях. Однако, Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Переходите в описание, там совсем ознакомливайтесь, там все смотрите, пересматривайте и вообще много всего еще делаете. Давайте приступим к самому, так сказать, видосу, реакции и так далее. Перехожу на новый сервер Arizona RP. Угу. Я нашел сервер Arizona RP Мелстрой. Офигеть. Если кто не знал, то в начале своего пути Мелстрой создавал сервера в Майнкрафте и параллельно играл в сам. И походу, молодец, наконец-то он решил создать свой сервер. У меня для вас есть один разговор. Ну, как бы... Я создаю свой сервер в Сампе. У них даже есть своя группа Arizona RP Мелстрой, где на обложке изображен Моргенштерн, сам Мелстрой и Егор Крид. Не особо понятно, как они связаны, но это не важно. Их группа насчитывает 2000 подписчиков, и я так понимаю, то что это все фанаты Мелстроя. И походу даже он. Мне стало очень интересно посмотреть, что это вообще за сервер, кто там играет и чем занимается. Ну, какие-то люди, я подозреваю, да. Вписываем свой никнейм Боров Мелстрой. А он Боров, в самом деле, то есть Мелстрой, возможно, даже. И подключаемся к серверу. Давай подключимся. Так, ребят, я уже зашел на этот сервер. Он уже зашел, представляете. И он реально называется Arizona. Ну, кто бы мог подумать-то, да, то есть, если, типа, Дона, ну, Мелстрой. Офигеть. Кстати, у него еще и логотип, да, типа, такой же. Тут играет 35 человек. И пинг у тебя 35, кстати. Давайте сразу глянем на статистику нашего аккаунта. У нас имеется 5-й уровень, 250 миллионов и 25 тысяч АЗ-коинов. Стоп, это точно 25? Раз, два, три. 250 тысяч АЗ-коинов. Молодец, давайте красава. Давайте посмотрим, что вообще у нас есть за донат. Так, деньги. Секс есть за донат, знаете, трек вот этот? Экспишка, в принципе, донат такой же, как и на Аризоне. Давайте купим себе... Офигеть, это же Аризона Мелстрой. Премиум VIP. Купим себе. Было бы странно, если бы донат был такой же, как у Мелстрой. Себе iPhone 10. И меня просто подкинули рванкой, и меня кикнуло. Отлично. Андрюха, хороший сервер. Всем привет. А тут правда играет Мелстрой? Вас это не ебет? Я Мелстрой. Ну, офигеть. В принципе, я даже в этом и не сомневаюсь. Кстати, ребят, я сейчас катаюсь по серверу, и тут реально покупают дома. Тут... Может быть, тут реально Мелстрой? Серьезно кто-то играет? Если обратить внимание на вип-чат, то можно заметить, то, что люди между друг другом общаются, что-то продают, что-то покупают. Хотя я вообще не понимаю, офигеть, зачем они это делают, если тут можно все купить за донат. Алексей Чербаков предлагает торговлю. Только зашел на сервер, а уже дарит какие-то подарки. А зачем ты тут играешь? Просто по приколу. А ты ютубер? Скажи канал, подпишусь. ЗДС. Потом я решил попробовать себя в ловле, и посмотрите, что из этого получилось. Дом офигеть по ГОСУ, дом по ГОСУ стоит, ловлю, поймаю. Копча. 89, 198, словил, поймал, слышь тайм, дом поймал. Пацаны, дом поймал, слышь тайм, не забаньте, дом. Я тут себе еще прикупил воздушный шар, потому что на обычной Аризонке у меня не так много денег, чтобы офигеть его купить. Давайте хоть посмотрим, я хоть посмотрю, как на нем летать вообще. Блин, кстати, я не знаю, такая же система на Аризоне или нет его сбора. Тут какая-то странная система, как его собирать. Я такого вообще никогда space, не видел. Кстати, левый, если ввести команду /ARZ, то тут можно получить 10 кака, 100 кака АЗ-коинов, Мелстрой VIP и даже получить админку можно. Давай ее и получим. 100 часов. Тут нужно 100 часов ради админки? Да я уже снимаю ролик где-то час, я уже хочу выйти с этого сервера, ну серьезно. Потому что не плачет, наверное, да? На самом деле я не понимаю, зачем люди играют на подобных серверах. Если офигеть. Вы один... То есть тут некая мораль еще есть, то есть он не просто 3 минуты каким-то говном занимался, то есть он какой-то вывод для себя сделал, красава. Лучше просто. Из них просто напишите комментарии, человек, что вас заставляет это делать. Когда я был маленький, я тоже постоянно играл на нубы РП серверах и менял их. А сейчас ты большой, что ли? Но мне это быстро надоело, потому что у тебя сразу все есть, и следовательно пропадает интерес к игре. Думаешь? Я бы вам посоветовал начать играть на Arizona RP Payson. Где... Я бы вам посоветовал на Arizona Roleplay Phoenix играть. Это нормальный сервак. При регистрации вы можете указать мой никнейм Исунори Инари, и при достижении... Dante
Патекона. 6 уровня активировать мой промокод хэштег Исунори. Вот это когда просто снимать нечего, и чел такой типа, ой, Аризона Малстрой, ой, сниму, и сделаю это то. Вы тоже получите много. Есть что, деньги нужны, много да? Денег. Ну кому ж не кстати, нужны? Кстати, а давайте время, попробуем конечно. Подрубить читы на этом сервере. Кикнет нас или нет? Может даже нас забанят? Нажимаем на колесико и телепорт... Ну да, мы просто спокойно телепорт... Так ты не намного телепортируешься. Телепортируемся, нас вообще никто не банит, нас вообще не кикает с этого сервера. Короче, Андрюха Малстрой, у тебя сервер просто топовый. Сервер полное говно. Играйте на Аризоне Пейсон и вводите промокод хэштег Исунори. Нету интереса доказывать чёт пи***ом. Администратор Такеру Розенберг забанил игрока Боров Мелстрой на 30 дней. Причина пиар. За что тебя забанил? Да ты пиарил, потому что. Ты пиарил просто. Вот поэтому тебя и забанили. Все. Поэтому вот так. Вот. До свидания, ребят. Заходите на Аризону Ролиплей Феникс. Все будет отлично, все будет замечательно, все будет классно.